Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами вновь Хелен. Сегодня у нас новый рецепт. Паштет фасолевый с грибами. Этот рецепт очень вкусный. Советую вам приготовить и попробовать. А сейчас подпишитесь на мой канал. И желаю вам приятного просмотра. Для приготовления паштета берем фасоль, грибы и шампиньоны, репчатый лук и сливочное масло, вода, в которой мы с вами готовили фасоль, и оливковое масло. Также берем с вами еще соль и перец. Для приготовления паштета можно использовать мясорубку или блендер. Я буду перемалывать фасоль на мясорубке. Мелко режем лук. Измельчаем грибы и шампиньоны. Обжариваем шампиньоны на растительном масле. Во время приготовления грибов грибы немножко солим и слегка перчим. Перемешиваем. Грибам добавляем лук. Перемешиваем. И жарим лук, готовим до прозрачности. Во время приготовления лук у нас должен стать прозрачным и мягким, но не зажаренным. В конце приготовления добавляем в сковородку кусочек сливочного масла и хорошенько прожариваем. Полученную смесь хорошо перемешиваю. Дорогие друзья, сегодня я приготовила очень вкусный фасолевый паштет с грибами, с шампиньонами. Обязательно попробуйте этот рецепт. Паштет получился очень нежный и вкусный. Желаю вам приятного аппетита!